Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сегодня я хочу рассказать о том, как начать инвестировать для самых-самых неопытных инвесторов. Дело в том, что вот недавно я опубликовал видео, как съесть велосипед, и там я рассказывал про китайца, который съел велосипед в течение года. Он делал это постепенно, и на самом деле все консультанты говорят, что надо инвестировать постоянно, то есть самый оптимальный вариант, я считаю, что надо накопить первоначально 50 тысяч рублей, уже инвестировать с этих денег, а потом уже постепенно каждый месяц пополнять, ну, я рекомендую какие-то суммы посильные вам. Рекомендуют консультанты, опять же, по 10% от ваших доходов каждый месяц. Но на самом деле можно и больше, потому что я этого не делал. Я опомнился только в 45 лет, и мне приходится больше, чем значительно больше, чем 10% от своих доходов откладывать, чтобы наверстать упущенное. И когда-то у меня было видео по таблице стратегии накоплений, как раз там я рассказывал о том, как вот это вот делать. И там показано, что за буквально 10-12 лет, если откладывать по 5 тысяч в месяц, 5 тысяч рублей в месяц, то через там 10-12 лет, при условиях, что наши доходы дают постоянно 15% годовых, у нас будет накоплено, ну, в районе 10 миллионов рублей. Это цель, которую я озвучил, как съесть велосипед. Вот. По поводу таблички стратегии накоплений, ссылочку, вот если вы нажмете значочек «И», вы увидите там ссылочку по стратегии накоплений, там подробно рассказано по табличке, вы ее сможете там скачать, есть ссылочка соответствующая. По поводу «Как съесть велосипед» тоже видите ссылочку там же. Вот, и сейчас, да, один из моих подписчиков спрашивает, говорит, ну а конкретно, вот куда вкладывать? Поэтому здесь есть несколько вариантов. Сейчас я хочу рассказать вам самый простой вариант вообще, вот для тех, кто вообще ничего не понимает, и вы сможете уже вкладывать непосредственно в акции, вы сможете формировать свой портфель абсолютно для неподготовленных вещей. Эта штука работает. Эта штука называется модельный портфель. Это специальный такой инструмент, который разработала открытие брокер. Вот, кстати, буквально завтра будет вебинар, организованный открытием. Туда приглашаются, ну, все, кто имеет этот модельный портфель. Там доступ достаточно свободный, и там же вот значочек «И», если вы нажмете, перейдете на сайт demitkovyur.com, там нажмете на кнопочку «Модельный портфель» абсолютно бесплатно, во-первых, вам выскочит информация, вы там регистрируетесь, то есть составляете фамилию, имя, отчество, телефон, e-mail и город, и вам на e-mail, для чего e-mail нужен, на e-mail придет. Ну, во-первых, сначала придет письмо с подтверждением, что вы это вы подтверждаете, и вам придут несколько писем о том, как открыть брокерский счет. И туда же, на e-mail, я вам пришлю приглашение вот на этот самый вебинар. Вот, телефон нужен для чего? Для того, чтобы вам можно было позвонить, а город нужен для того, чтобы понять, в каком часовом поясе вы живете, как минимум, чтобы не звонить в Хабаровск, извините, в 6 часов вечера по Москве. Это будет не очень приятно, наверное, тем, кто живет в Хабаровске. Вот для этого нужен просто город, собственно говоря. Ну и понять, как вам можно помочь, потому что есть филиалы, например, открытие брокера в некоторых городах есть, в некоторых нет, чтобы понять, есть ли в вашем городе этот сервис, ну, кстати, можете ли вы лично прийти в офис брокера, либо через онлайн. Итак, модельный портфель – это сервис, который разработан специально для
новичков в фондовом рынке, ничего не зная, вы можете начать инвестировать. Для кого он предназначен? Ну, в частности, у меня, например, дочь, она врач старшая, вот, зарабатывает, в принципе, неплохо, она онколог, во-первых, во-вторых, она ученый, выступает там в конференциях, гранты всякие, вот, и она далека от всяких инвестиций, но она инвестирует, у нее папа вот такой, посоветовал, просто нажимаешь кнопочку и все, сейчас я вам это покажу. Вот, итак, сервис предназначен для тех, кто по основному виду работы, он далек достаточно от финансов, но хочет инвестировать, а зарабатывает где-то там далеко и в других местах, и ну, некогда просто заниматься. Это идеальный сервис для адвокатов, кто работает в области образования, там всякие учителя, преподаватели университетов, вот, для юристов, для врачей, для работников администрации, чиновников, вот, для военных, для подходит совершенно спокойно, точно совершенно подходит, для госслужащих, ну, вот для таких категорий, которые бухгалтера, там, они тоже финансах, извините, не очень. Вот, давайте переходим от слов к делу. После того, как вы, значит, оставите там координаты свои, вам придут несколько писем о том, как открыть брокерский счет. Это надо сделать буквально сразу, потому что это абсолютно, во-первых, бесплатно, во-вторых, это в онлайне делается, или личным визитом, там вам придет два письма, первое, как личным визитом в Москве, а второе письмо, как через онлайн открыть брокерский счет. Это необходимо сделать ну, сразу, потому что ну, на это уходит какое-то время, там сутки, по-моему, для регистрации брокерского счета. Вот, и там же в письме будет подробно рассказано, как его пополнять. Пока у вас нет там 50 тысяч для пополнения, я вам советую этого не делать, не пополнять, просто открыть брокерский счет, пусть он будет открыт, он бесплатно будет. Вот, потому что от 50 тысяч бесплатно до 50 тысяч там взимается какая-то ежемесячная плата за ведение счета, поэтому лучше его держать пустым. Вот, далее, модельный портфель, что за сервис? Смотрите, после того, как вы открыли, вот, что я вам советую. То есть вы пока не вносите, но у вас появляется личный кабинет. Вот такого плана. Сейчас я вам его покажу. Вот сейчас вы видите личный кабинет, который будет у вас. И у вас в личном кабинете будет сервис. Вот он появится, доходный ИИС. Ну, в данном случае это индивидуальный инвестиционный счет. Модельный портфель доходный. Смотрите, ну вот здесь вы можете посмотреть, что есть, какие активы. И вот здесь вот есть кнопочка «Привести в соответствие». Всего одна кнопочка. Нажимаем на нее, не боимся. Портфель соответствует модельному на 85. Портфель сейчас, портфель будет. Понимаете? И дальше у вас рекомендация, что нужно сделать. Новатек продать, значит, соответственно, Распадскую купить. Без изменений покупка. Посмотрите, то есть это рекомендации, этот портфель основан на рекомендациях аналитиков открытия брокер. И они рекомендуют состав портфеля. Есть вариант кнопочки «Привести в соответствие». Вот, и вы можете этой кнопочкой нажать, и все действия будут сделаны сразу. Сейчас мы это сделаем. Я покажу вам, как это будет. А можно по частям. Но, что очень интересно. Интересно вот это. Смотрите, вот в августе есть рекомендации в PDF. Посмотрите сюда. То есть вы ничего не понимаете в этом, но вы можете начать изучать это дело. И здесь на чем основаны рекомендации аналитиков и текущее состояние. Вот модельный портфель доходный, красная часть. Вот индекс Мосбиржи. То есть здесь наглядно видно, что за все время существования
модельного портфеля, он растет. Бывают периоды, когда, вот он, видите, падение, индекс Мосбиржи падал меньше. Бывают такие периоды, вот. Но в основном, вы видите, он растет быстрее, чем индекс Мосбиржи. То есть он показывает свою эффективность. И для этого, для того, чтобы ваши вклады росли быстрее, чем индекс Мосбиржи, нажать только одну кнопочку и получишь результат. Посмотрите. А если вы кладете деньги на депозит, то ваши деньги примерно были бы вот здесь. Вот, видите, да? И даже индекс Мосбиржи растет быстрее, но индекс Мосбиржи – это дорогая штука, а вот модельный портфель, пожалуйста, он растет, потому что аналитики работают. Это их хлеб. Вот. То есть самый простой вариант. И вы смотрите, вот он, состав портфеля, структура портфеля, смотрите эти рекомендации. Вот. Далее. Портфель сейчас, портфель будет. Смотрите, да? Теперь дальше. Давайте нажмем на кнопку «Привести в соответствие». Вот оно, «Привести в соответствие». Здесь что происходит? Подтверждение подачи поручений. Получить код. Мы получаем смс-код, вносим его, и все. И вот они, идеи и рекомендации по портфелю. Вот вы здесь можете почитать. Вот, рекомендации по другим портфелям вы можете почитать. То есть вы можете почитать, на чем основана рекомендация, если хотите. Если вы хотите вникать вот в это дело, начать учиться, то, пожалуйста, это тоже хороший очень инструмент. Вот, для того, чтобы... Здесь вот уже торговые поручения сформированы. Я не буду выполнять эти поручения, потому что я не хочу, например, вот это продавать. Дело в том, что модельный портфель – это рекомендации. Рекомендации специалистов. Но можем ли мы отходить от этих рекомендаций, не следовать им слепо? Можем, совершенно спокойно. Например, если я хочу что-то купить, самостоятельно, то я могу купить, я считаю, что вот я не согласен с рекомендациями специалистов, и я хочу купить, в частности, вот я купил, я отступил от стратегии, и я купил Novatek. Я купил Novatek. Хорошо я сделал или плохо, я не знаю, но я сделал это самостоятельно. Не входит Novatek в рекомендации. Почему я сейчас не хочу приводить соответствие? То есть можно совершенно спокойно отступить. Теперь далее. Смотрите. По структуре портфеля. Здесь где-то... Вот он. Видно структура портфеля. Портфель сейчас, портфель будет. То есть когда вы вносите денежки туда, то у вас будет вот... Вот она. Вот это вот российский рубль. Вот эта доля у вас будет 100%. Потом вам придет смс-ка, предлагаем сформировать портфель, и у вас формируется портфель вот такой. По портфелю доля российских рублей будет вот такая. Дальше, смотрите, что происходит. Дальше мы пополняем ежемесячно, как я сказал, свой портфель на 5000 рублей. Соответственно, просто вот этот сектор увеличивается. И в какой-то момент, возможно, надо будет скорректировать. То есть мы увеличиваем, мы отходим от модельного портфеля, от состава идеального, который есть. Вот. Но потом мы смотрим, так, здесь какие-то акции докупить, какие-то продать. Мы это делаем автоматически, ничего не надо знать. И таким образом наш портфель постоянно пополняется каждый месяц на 5000 рублей, и постоянно каждый месяц он как-то корректируется. И все. Это самый-самый простой метод, который абсолютно подходит для всех, ничего не надо знать для начинающих. И можно уже интересоваться постепенно о том, какие же акции мы купили, мы уже смотрим, согласны мы с этими рекомендациями или нет. Понимаете?
Вот. И здесь все хорошо. Вот, мы можем посмотреть, согласны или нет, мы можем купить самостоятельно эти какие-то инструменты, которые есть через личный портфель, это все возможно. Поэтому вот первый вариант, который есть, это как раз модельный портфель. Вот, еще раз повторяю, вот там кнопочка dimitkovyur.com, модельный портфель, абсолютно бесплатно вам приходит информация. И кроме того, я буквально завтра же, ну, сегодня я пришлю приглашение вам на вебинар, завтра я продублирую тем, кто записался на модельный портфель в последний момент. То есть приглашение на вебинар от специалиста в открытии, которые самым подробнейшим образом и грамотно объяснят, что это такое еще раз. Вот, это самый простой способ. А о том, как формировать самостоятельно модельный портфель при постепенном пополнении, я расскажу буквально в следующем видео, то есть завтра для начинающих. Это уже для тех, кто хочет самостоятельно формировать свой портфель на основе каких-то рекомендаций или другой информации, которую, скажем, ну, для тех, кто смотрит, например, постоянно мой канал, там будет намного более подробно, более детально я расскажу. Вот. А на сегодня все. Поставьте, пожалуйста, лайк, записывайтесь вот там. И спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.